Дождевой червяк. Вот, такие вот огромные лужи у нас после дождей. Вот, я покажу, вот, как оно, вот, бывает, вот. Это вот такие вот лужи, вот. Да, лужа здесь очень большая. Очень. Прям, слов нет. Как оно, вот. Вот. Лужа. Да, тут прям не перейдешь. Нет, не тут. Перейди, поэтому покажу с этой стороны, вот. Так оно и есть, вот. Вот эти лужи. Вот, все в этих лужах. Абсолютно. Это после дождя, вот. Так оно сюда все стекает, все лужи стекают. Я не буду называть где это именно, но тут, я думаю, частично в лужах видно небо, тут дерево, все такое, вот. Поэтому вот все хорошо. Сейчас покажу, как машина плывет. Вот. Машина вот так вот плывет. Это здесь даже плавать можно, вот. Вот как машина плывет. Так что это очень глубоко даже. Судя по тому, что это обычный двор между домами, то тут очень-очень глубоко. Я даже не ожидал, что может быть такая большая лужа. Но это потоп называется. На левобережном 3. Потоп самый настоящий.